нас классная молодежь, правда, целеустремленная, способная совершать маленькие подвиги, а значит и большие тоже. Наверное, за все эти годы это был самый переживательный десант для нас, для всех, потому что даже когда ты находишься в городе, тебе холодно, каждый день ты понимаешь, что вы там, и у вас минус 100. Я был на десанте в 2019 году, мне уже, в принципе, вообще ничего не страшно.